бал гимназистов не только музыка, красивые наряды и танцы. К очередному дню рождения необходимо написать оду, проявить себя в сценическом действии и в мастерстве танцевальном проявить себя в чем-то особенном. В стремлении блеснуть на балу объединились все. Так Артем Петров от родителей, а Жанна Соловьева от педагогов взяли на себя ответственность быть ведущими бала. Теперь кружатся в вальсе все. Гимназия во всей красе. Говорят, что во время подготовки к самым первым балам еще возникали нежелающие участвовать в танцевальном конкурсе. Но прошли времена. Директор гимназии Галина Филиппова смогла доказать, что гимназический бал – это красивая традиция. Она объединяет во время подготовки и дает ребятам возможность блеснуть на миру всеми гранями своего таланта. Мы получили множество титулов и наград. Вы стали победителями и призерами краевых и всероссийских, и даже международных олимпиад и конкурсов. Вы получаете хорошее знание. Мы гордимся своими выпускниками. За один день на паркете Центра народной культуры «Родина» прошло сразу 5 балов. Участвуют в них все, от мала до велика. Ну а мазурки, полонезы и вальсы современные ученики адаптируют к стилю сегодняшнего времени, сохраняя красоту и грацию старинного танца и привнося в него шик дня нынешнего. Там, где не нужны слова, музыка сама вносит гармонию в души молодых и прекрасных. А им очень важно осознание своей значимости и талантливости. Это укрепляет веру в себя и командный дух, ведь бал – это своеобразное соревнование. Чтобы поддержать своих выпускников, их первые учителя, первые классные руководители 11 классов тоже танцуют на паркете. А потом поздравления, почетные грамоты, цветы и подарки и огромное желание не расставаться друг с другом красивыми платьями и доброй традицией.